Всем привет! Сегодня у нас на распаковке новая машинка. Это не машинка, это даже целая фура. Грузовой автомобиль «Новая почта» в такой красивой упаковке. Вот как выглядит сзади. Тут есть... Она полностью повторяет настоящий автомобиль «Новой почты», который возит вам посылки. В этом автомобиле можно открывать двери, можно отсоединять прицеп, и также в нее есть инерционный механизм. Посмотрим дальше, что там внутри. Забыл добавить, что эта моделька также является коллекционным автомобилем. Поставляется в такой пластиковой подставочке. Прекрасный автомобиль. Сейчас мы достанем саму машинку. Вот сама фура. Вот такой вот автомобильчик. Вот у него место для крепления прицепа. И вот так выглядит сам прицеп. Вот открывающиеся двери, которые можно положить много интересных вещей, маленьких машинок, карандаши, фломастеры, почему бы нет. Вот. Давайте-ка с вами прицепим. О, вот так вот она ездит, вот так вот она выглядит. В общем, по-моему, это прекрасный подарок и очень интересная игрушка. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие еще хотите распаковки вы и каких машинок хотите посмотреть. Не забывайте нажимать на колокольчик.